Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с губернатором Глебом Никитиным сегодня побывали в Сарове. Одной из тем визита стало развитие медицины в атомных городах. Это был совместный проект по проектированию и реализации, которая была запущена в 2023 году. Итак, я сегодня хочу предложить в качестве физического трека пройти путем пациента, как он у нас будет двигаться. Перед нами зал физической реабилитации. Проходите, пожалуйста. Зал позволяет нам заниматься малыми группами и также проводить индивидуальные занятия с инструктором ЛФК. Перед вами два аппарата для активно-пассивной разработки локтевого и лучезапястного сустава с системой биологической обратной связи. Скажите, эта аппаратура тоже, допустим, российская, да? Да, это российская аппаратура. Комплекс восстановления функции ходьбы BioKinect с возможностью биологической обратной связи, также функциональной электрической стимуляции может на нем использоваться. И что нам очень нравится, также нашим пациентам после травмы, это возможность использовать функцию разгрузки веса. Ну хорошо, тогда вот такой вопрос может быть провокационного характера. А чего не хватает-то еще? Чего не хватает? Да? Но в настоящее время мы активно с администрацией ищем и оборудуем помещение для раздевания пациентов. Спортивную, то есть переодеваться. Потому что пациенты переодеваются в спортивную форму, вот на это обращаем внимание. Это к вопросу бережливости, кстати, и отработки процессов. Пора жалобы какие? Приличное выбритирование? Ну, это что говорят в целом? Ну, в целом хвалят, конечно. Всем нравится комплексный подход, что не нужно ходить туда-сюда, не нужно перемещаться по поликлинике. Там был какой-то 5- или 10-бальный шкале простых оценить. Нет, пока не. Ну, какое предложение, смотрите, это из личного опыта. То есть понятно, когда вы собираете просто абстрактные мнения, очень хорошо, стало лучше, там, спасибо. А если вы выставите условно 10 или 5 баллов, лучше 10 бальная оценка, да, наиболее объективна, вы будете видеть динамику. Вот у вас словно, вы начнете там с 7. Ну, конечно. Да. Дальше, поверьте мне, она начнет складывать. Это правда, привыкает. Человек привыкает. Да, уже первый. Привыкает. Да, и вам нужно будет, видя, что вы от 7 ушли на 6,5, это будет для коллектива стимул, и для вас такой сигнал, как для руководителя, что нужно, что-то надо уже начинать все делать. Вот я очень вам рекомендую, вот к вопросам, что нравится, что не нравится, там, дайте характеристику каких-то процессов, добавить еще просто вот обычную оценку.